Так уже третий год подряд в регионе проходит Алтайская неделя моды. Со времени первого показа событие выросло в масштабах и стало известно даже за пределами края. София Поликарпова участвует в проекте с самого начала его основания. Говорит, каждый показ для модели особенный. Мне очень нравится показывать коллекции дизайнеров, потому что они все очень оригинальные и интересные. У каждого дизайнера есть свой стиль, который обязательно нужно показать нашему городу, вообще всей России, потому что у каждого есть своя изюминка. София еще молодой дизайнер, но уже разрабатывает вместе со своей мамой Натальей Звягиной семейный бренд одежды «Гладиолус». Он известен своей линейкой в стиле «прет-а-порте». Дословно с французского это понятие можно перевести как «готовые для носки». Для таких нарядов характерна простота линий и максимальный комфорт. Я помогала в разработке моделей, одежды, то есть видов дизайна. Также подбираю ткань вместе с мамой, мы едем вместе в магазин тканевый. Знание работы в программах, и при помощи, получается, этих программ я реализовывала какие-то идеи на компьютере, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Модный фестиваль на этот раз пройдет с 19 до 21 апреля. На одной площадке соберутся 35 дизайнеров из разных регионов. Новосибирска, Барнаула, Томска, Бийска, Междуреченска и Республики Алтай. Завтра, 20 апреля, состоится конкурс дизайнеров и фэшн-вечер, на котором два десятка брендов одежды представят свои новые эксклюзивные коллекции. А уже 21 апреля на подиуме будут выступать маленькие модники. Также зрителей познакомят с новой коллекции свадебных платьев и праздничной женской одежды. Мария Костылева, «День с толком».